Всем привет, с вами Zero Out of Transformers, и сегодня у нас четвертая модель из серии трансформеров TFC Toys. Модель называется Warning Line. В комплекте он идет с такой карточкой, и здесь написано, что его придумали и выпустили в 2000... Ну, придумали раньше, выпустили в 2014 году. С ним идет инструкция. Он, по идее, четырехрежимный трансформер. Режим ноги я делал, а вот режим руки еще ни разу. Будет интересно попробовать. Надеюсь, вы выдержите долгую трансформацию. Вместе со своей командой он объединяется в Прометея. Это если брать название TFC Toys, либо если брать вселенную трансформеры, то в Дефенсера. Обычно он является правой ногой, но здесь все как-то зеркально у этой команды. И здесь он левая нога. По идее, он может быть еще и рукой. Надеюсь, у меня получится это сделать. Что же касается вселенной трансформеры, то есть вот такое его интересное отображение. Насколько он похож, не похож. Ну, схожесть легкая, отдаленная есть, но не один в один. Так, это его орудие, его можно снять пока, давайте посмотрим саму модель. Он достаточно большой, увесистый, весит он прилично. Как можно заметить по картинке и по некоторым элементам, трансформируется он в мотоцикл. С ним идет два одинаковых орудия. И одно вот такое необычное. Мне ощущение, что в итоге все эти орудия можно каким-то образом будет соединить, собрать. Надеюсь, это удастся. Так, что же касаемо подвижности данной модели, если ее рассматривать как экшн-фигурку. Так, ну white piping есть, он классный. Голова у него вращается, благодаря этому элементу ее можно даже вот так делать. Рука вращается, но тут есть нюанс. Ну, хотя, если сложить, то никаких нюансов нет, ничего не мешает. Локоть, поворот, кисть неподвижная. Торс поворачивается, нога вперед есть, нога назад есть, колено... Я сейчас уже боюсь колено проводить у них проверку. Есть. Поворот ноги в сторону тоже есть. Ступня имеет определенную степень вращения, но не... Хотя вот в принципе неплохая. Неплохая ступня. Так, что еще? А, и ноги в сторону. Так, здесь у нас... Есть поворот в сторону, так, чтобы ничего не сломалось. Так, и думаю, надо начать с трансформации в мотоцикл. Для этого нам нужны вот эти части. Так, с руки начать. Вот так вот мы выводим. Затем... сюда и затем вот сюда ее потом опустим. Так, поднимаем, выравниваем сюда, стыкуем, опускаем, но чуть попозже. Так, эта часть сюда, эта часть сюда. Эта часть у нас будет сюда-сюда. Так. Так. Не ошибиться бы. По-моему, это сюда идет. Это будет потом сюда. Это сюда. Это сюда. Сюда, сюда.
так вот стыкуем. В принципе, можно сразу поставить коннектор. Вот этот коннектор сегодня точно сюда идет. Хотя у него можно сделать обратный эффект вот в эту сторону. Да, все получилось. Эта часть сюда к ногам соединяется. Так, сейчас я это попробую сделать. Да, все, встало. Сюда, сюда. Не опускаем. Зафиксировали. Руки. Вот так вот. Стыкуем вместе. Что почему-то разъезжается, надумали. Мешает. Странно. О, увидел. Так, фиксируем вот здесь, фиксируем вместе, закрываем. Поднимаем, стыкуем, и в принципе можно вот сюда немножко завести. Да, все. Да, ну вот эту часть можно сюда опустить. И вот такой вот своеобразный супербайк. Что-то похожее я где-то когда-то видел на фотографиях. Возможно, существует реально такой байк. Возможно, даже от какой-то известной крупной компании. Возможно, даже BMW. Но я могу ошибаться. Если я не прав, напишите в комментариях. Ну, или подтвердите. Да, действительно. Так, колеса вращаются, колеса вращаются. Ну, как байк, он, в принципе, может ездить. А вот эту часть можно, кстати, убирать, не убирать. Ну-ка. Кто рекомендует, поворачивать ее или не поворачивать? Честно сказать, инструкция так себе. Именно у этой модели. Но хотя вот если посмотреть сюда, то вот эта часть вперед. Значит, можно не поворачивать. Так, например, наши бластеры. Не так много мест, куда их можно поставить. Это не есть весело. Вот так и все. Вот так вот. Скучно. А если в эту сторону? В эту сторону он не ставится, в эту сторону мешаются вот рычаги управления. Ну, хоть бы парочку каких-нибудь этих коннекторов вот здесь, здесь, здесь. Ну, не на колеса, не на передние. Хорошо. Давайте самый простой вариант. Вариант нога. Самый простой вариант нога. Отцепляем наши колеса. Да уж, что же вы так зацепились-то жестко? Да, проблема очень уж жестко цепляет. Надо будет подточить. Так, ставим сюда, эту часть сюда, это сюда. Ну и используем уже показанную ранее ступню, и к ней можно также присоединить вот эти элементы. Да, немножко. Ноги тоже боевые. Нога. Вполне себе неплохо. Интересно.
Так, теперь не менее серьезный вопрос. Можно ли из этого сделать руку? Мне этот вопрос реально стал волновать. Во-первых, надо повернуть вот эту часть. Ну, это, наверное, собираем сюда. Дальше, наверное, надо открыть эту часть. Открыть эту часть. Далее. Скорее всего, нам надо отсоединить кисти. Но тут же без вот этой штучки не получится. Они очень плотно садятся. Так, это мы сделали. Повернули. Так, что же мы можем? Ну, оно и так, в принципе, на вытянутой руке. Так, ну, если это у нас, например, правая, то это нам надо просто вот сюда повернуть. А эти части, в принципе, просто вот сюда. Вот так вот. Ну, в принципе, да, можно представить. Давайте используем нашу кисть. Да, в принципе, похоже на руку. Это, пожалуй, будет самое короткое видео из этой серии. В чем-то даже радует. Ну и давайте трансформировать теперь обратно в режим робота. Так, режим робота. Для этого нам надо разъединить ноги. Потому что у нас здесь есть вот универсальный коннектор, который очень плотно садится. Далее, не менее плотно садящаяся. Так. Угу. Поворачиваем их кверху. Эта часть уходит назад. Это уходит назад. Эта часть сюда поворачивается. Этот элемент поворачивается сюда, поворачивается такими условно ракетами в эту сторону. Кисть прямо. Втягиваем. Вот какие-то моменты, вот оно нереально неудобно. Почему нельзя сделать чуть-чуть, как-то не знаю, ближе к людям, что ли? Так, а эти штуки, интересно, куда предлагают? В эту сторону сделать или все-таки вовнутрь? Да, в эту сторону предлагают. А интересно, почему? О. Кисть. Сюда, сюда. Опускаем, поворачиваем. Ну, так и здесь. Интересно, почему оно? Интересно, почему оно так болтыхается? Здесь не видно, но вот, видите, оно имеет какую-то... Ладно, не будем ломать. Вдруг это... Хотя... Глядя на инструкцию, вот эта часть должна, о, вот так подниматься. А, удивительно. Вот так вот спустя сколько-то лет
после появления этого трансформера в музее, даже я что-то новое узнаю. Так, эту часть сюда, эту часть сюда. Странно, что она не фиксируется как-то более хитро. Так, выведем сюда. Так, руки. Хотя можно, в принципе, не поворачивать. Вот такой вот интересный трансформер, которого назвали Warning Line, то есть опасная линия. Занимательное название. В принципе, все. 16 минут уложились. Надеюсь, было интересно познакомиться с ним в рамках этого обзора. И я был не сильно утомителен в процессе его трансформации. Следующие два видео расскажут о теле трансформера и о сборке пятерых в одного гештальта. На этом все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это очень важно для нашего канала и приятно. И обязательно приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!